Всем привет! Немного утренней Москвы. Сегодня у нас 19 марта 24-го. Блин, утро теплое. Такое влажное, сырое, какое-то напряженное. 10 градусов тепла. С такими температурами и снег быстро растает. Его уже так много уже где нет. Метро Дмитрия Донского. Только приехал. Времени 6:30 утра. Быстро сегодня получилось. Ну, я сегодня немного и пораньше вышел. Ночь не спал. Опять прихворнул. С температурой еду. Короче, на колесах. Нажрался. Ну, а что делать? Я не долечился с того больничного. Вот. Ну, жить надо на что-то было. Я и вышел. Вот результат. Так что пока выбора нет. Сейчас посмотрим, как дальше дела пойдут. Напарнику смс-ку отписал, как всегда. Ну, наверное, я его еще застану. Вот такая сейчас Москва. Серые такие унылые, замученные лица. Вчера ехал. А, кстати, православных христиан поздравляю с Великим постом. Сегодня второй день. В общем, вчера ехал на маршрутке. Картина была, ну просто... Если Препин был жив, можно было вполне написать достойную пера Репина, да. Короче, на фоне всех этих политических событий и последних новостей схлестнулись вчера на остановке, блин, старушки. И самая женщина с мужем стояли. Я думал, они ее разорвут, блин. В общем, там вовремя подъехала маршрутка, и они, короче, в нее и уехали. Блин, это вообще... Разделяй, властвуй. Вон, чувак зарплату получил. Москва-бат рулит. В общем, 3 дня пролетели, блин. Как будто только вчера. Блин, вообще не отдохнул ни хрена. Тут еще температурка, блин, сейчас 37,5. Ну, такие вот дела. Ладно. Поехал я на работу. То же самое сейчас, не знаю. Двое нас осталось, походу. Там сейчас, я там говорил, Игорь у нас там в смене слесарь, а он с заболеванием работает тоже, все время на обезболивающих. В общем, у него сейчас там больница, и мы остаемся вдвоем. Как там дед будет разруливать график, блин? Я ему сказал уже, говорю, я тоже не железный нахрен. Может быть, кого-то он там сейчас разыскивает на работу, потому что у нас и так одного не хватает. За зиму умер один. Вот так и живем. Ладно. Пошел я в метро. По дороге видос залью. Пока приеду, наверняка он уже будет в интернете. Вот. Ну вот, пожалуй, все такие новости. Собирался по печкам там. Кое-что привез на работе у меня. Вот, все никак руки не доходят. Начать делать мир третий титановую раскладушку на маленьких форточных петлях. Вот, ну займусь там попозже, сейчас оклемаюсь. Вот. Ну, блин, я не знаю. Взял с собой там лекарства, там все эти шипучки, там
пока вроде как-то туда-сюда посмотрим. Ну а дальше я не знаю. Я сейчас с больничным вышел, а что, я ничего не заработал. А больничный не оплачивают током. Мне за 3 недели 2000 заплатили. 1900, блядь, и все. То есть за свой счет практически. Ладно, вам, друзья, пусть этот день пройдет спокойно, хорошо и мирно. Тихо и спокойно. Всех благ, всего самого наилучшего. Все, я погнал на работу.